Сюда. Так подожди, мы пока, получается, не ассасины. Нет, за ассасина, нет. Не за ассасина. Не за ассасина играем. А, ладно. Они тебя видят. Да убегай ты от них! Ладно, ну попробовать хотел же. Фрагментик. Ой, Мужик, извини. Извини, да. Девчонки, привет. Как там он выпал? Как это по отдельности? Да не, вряд ли. Извините. А давай этого столкнем еще. Смотри, ловкий. Нет, не очень. Ладно, не буду такой. Опять курьер. Где курьер? Хочу курьер. Черт. Эпик фейл. Не, эпик фейл это вот. Вот это эпик фейл, да. Ух ты. Смотри-ка, ассасины работают. Ага. Что-то крови только много очень. Плохо работают. Это не я, скажи. Слушай, по-моему, так задумано. Потому что у меня как-то камеру отобрали. Смотри, я его, по-моему, даже ударить сейчас не смогу. Нет? Да чихать он хотел. Говорит, моя смена уже закончилась. Пойду-ка я отсюда лучше. Быстрым шагом. Смотри-ка, клинки-то одел, да? Ага. На этих кораблях много пленных. Освободите их, и они охотно пойдут с нами. Так посмотрел еще на них. Нифига себе! Греби в карман это, блин. Не могу. Вон еще слева там такая же куча. Лопасти, да. Добрый вечер. Как он сполз? Шпагат почти идеальный. О, я метательный. Это какашки. Нельзя. Не какашки. А это что? Это карта сокровищ. Кому-то не повезло. Вот повезло, так повезло. Ты не спорь со мной! Это кому-то не повезло точно! Это с какой стороны посмотреть? Когда так. Там вон сундук. Рыбу спугнешь. Я ничего не видел. Недоступно. Ослабить Марселя! Брамселя! Бом Брамселя! Марселя, Брамселя, бомбрамселя. Бом-бом-бом, Брамселя. Ох! Куда мы так? Все. Все. Абордаж! Арр! Йо-хо-хо! Накидывай! Ты ж ничего не видел. Пьяная сволочь! Иди проспись! Правильно я его, да? Да. Давай, иди сюда. Я прям Человек-паук. Тебе хана. Так, ты хитрый, да, у нас? Ой, ты у нас совсем хитрый, ну, я смотрю. Ну ни хрена себе вас набежала. А тетка что пристала? Мешает, смотри. А почему он тебе помогает? Знаешь, я не знаю. Смотри, какие девчонки боевые добежали. Я этого момента не понял. Здесь периодически разные мирные жители начинают мне помогать.
Видимо, они идейно со мной. Или ты им денег должен? Не, не думаю. Где там? Наверное, подальше как-то от него плыть вообще нафиг. У нас же есть подзорная труба, мы можем вот так за ним наблюдать. А зачем нам за ним наблюдать-то? Планы строить по захвату. Тин-тин-тин-тин. Тин-ти-тин-тин-ти-тин. Да-да-да. А! Неладно. А если они еще увидят? Справа заливает! Они в нас уже стреляли. Если что. А где волна, убийца? Ого! А ты как раз носом. Да. Хорошо. О, живы. Да. Мы как-то боком. Нормально. Надо кнопку сделать. Команда перебежать на правый борт. Как это? Джек Воробей раскачивается. Да. Избегайте стычек. Капитан в воде. Я смотрю, ты у нас там тоже капитан. Рупор возьмите еще. Чтобы уж капитане так на всю Ивановскую. Ух ты. Сундук. Где? Вижу. А ну-ка. Круто. Прям на обоих хоть ставь. Только эту физию Эдварда брать надо. Ну так как-то... Настроение хорошего не добавит. Пьяные. Да. Вот этот гадский гад. Ага. Я зря думаю, желаю, что пьяных можно потихоньку. Зря желаю такой. Заметит он или нет? Клянусь честью. Найдешь что, дай знать. Ты видишь? Да. Я глаза закрыл, я не вижу этого. Мне нравится. А я нет. Почему ты сразу вспомнил опять этого Джека Воробья? Он там корабль переворачивал. Ой, какой цели, черт. Прикольно. А я пошел смотреть уже. О, капитан, разблокирован здесь. Теперь у тебя. Он порта. Ты у нас что вам предложить, капитан? Пузатенький такой. Там. Так прям, прям ладошкой по пузу. Он такой, и волны такие пошли. Да-да-да-да-да. Мне просто почему-то сразу панда вспомнилась. Ой, черт, у меня губа лопнула. Вот так вот. Отличная. Это вам всем урок. Сделка. Не хихикайте так много. Будет минутка для старика. О, и ты за эти штуки можешь чинить. Марсианский залив. Мексиканский. Ой. По-моему, пора заканчивать сегодня серию. Да, наверное. Не, ну давай еще вот. Ну, серию допишем. Сплаваем. Так, дипломатия. Просто пошли наезжать. Нет, стоп, флот. Хочешь похвастаться флотилией? Да, я немножко тоже позанимался ею за кадром. Причем мне нравится, что есть... Assassin's Creed 4 компаньон для андроида на планшетике, и можно управлять с планшетика. И сейчас я тебя сдам. Короче, флот. Он на работе сидит, у него планшетик рядышком, и он периодически флот там отправляет караваны грабить. Ну, такие. Не то чтобы прям отправляю. Там они надолго уходят, на самом деле. Шхуны. Доставить товар в его резиденцию. Да, пошли. Что он будет с ним делать? Вывезет контрабанды? Вывезет, когда он там везет контрабанду сюда? Знаю, звучит глупо, но работа есть работа. Наверное, ты прав. Контрабандист контрабанды. Эй, ты никогда не думал, что контрабанда очень смешная? Слева люди. Ноги здесь. Кто думает о словах?
Это точно не я. Но ты скажи вслух контрабанда. 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 Есть в нем что-то смешное. Контрабанда. Ну вы совсем дурачки какие-то. Потому что это контрабанда. Вот пьянь-то. Точно. Контрабанда. Им, по-моему, просто нравится, как это слово произносится. Когда придем, нас будут ждать? Да. Все будет просто. Доставим товар, а потом в таверну. Это если повезет. Ой. Контрабанда. Я же тебе говорил. Контрабанда. Ну и чё? Смотри, вот они. Здрасте. Здрасте. Так, окей. Вы красавцы. Будете работать на меня. Ага. Ой, что-то у тебя шапка съехала. Лысина польская. Голова слишком умная, видимо. А вот за... Возьми. Не привлечешь внимания, и будет меньше жертв. О, классно. Я даже знаю, что это. Да-да-да. А у меня, знаешь, какая первая мысль возникла? Ну? Этот, с палкой со своей. Watch Dogs. Пам-пам-пам-пам. Я уже прям даже представила, как он их там хлестать по щекам будет этой палкой. Ага, со сном. А, нам показывают. Опять там что-то где-то драка. Ага, драка. Ты ко мне? Иди сюда. Покажу. Стоишь? Нет? Нет. Ага. Не достаю. Вот. А это как так? Нечестно было. Что-то подползти не мог, что ли? Ой, еще пришел. А, двое. А тут еще этот валяется. Но они его не видят. Может переместиться? Черт. Сейчас проверять будет. А что хромает? Не смелой походкой. Упс. И все такие. Ну нафиг! Сейчас подожди, придет какой-нибудь. Что-то их там заклинило. Угу. Долго они еще будут панику устраивать? О! Че, зажал на шлюпку, да? Да, зажал. Жалко. А ты где был? А че вот на перепонке? Извините! А что было? Я случайно нажал кнопочку. Ты добил, чтобы не мучился, да? Ну добил, да, чтобы уже это не мучился. А я что-то вообще не поняла, вы такие напряганки, к штурвалу ломанулись оба. А где он был, я не знаю. Вот это интересный вопрос, где он шлялся, пока меня не было. Подглядываю.